Tasmania Igorota. Check this out, guys. I met an actress here in Moscow. She's Nelly Uvarova, and I've got the honor to ask her some things. It's about the quarantine. How is it affecting them too? Well, she's an actress and she's got to be affected because it's affecting the movie industry. So let's check it out. Well, Nelly Uvarova has two kids, married to Alexander Grishin. She has filmed The Not So Beautiful, released 2005. She has a lot more of movies that you can check out. So guys, let's ask her. This is Nelly Uvarova, an actress here in Russia. I would like to ask, how is the quarantine extension affecting you? I will answer in Russian. Для меня карантин стал серьезным испытанием, потому что я очень трудолюбивый человек, и мне не хватает моей работы, поскольку из-за карантина я не могу играть спектакли в театре, и приостановлены съемки в кино. Вот, но, к счастью, я успела сняться в картине, которая сейчас как раз выходит в интернете, в эфир. И этот фильм называется «Закрытый сезон». И он, как ни странно, о событиях, которые происходят сейчас, то есть о том, как люди заболевают неизвестным каким-то вирусом, болеют, умирают, и как с этим борется общество. Так что этот сериал оказался таким предвестником той катастрофы, которая произошла с нами. Я как раз рассказала о фильме, который уже идет. Каждый вторник выходит новая серия в интернете на платформе Море ТВ. Okay. So, again, guys, it's Nelly Uvarova, an actress here in Russia. Thank you so much, ma'am. Have a good day, everyone.